Оба. Это ночной океан. Ни черта не видно, да? Палуба. Ай, палуба. Палуба. Давай, 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 давай. Вот. И что, я включил эту фигню? Вон. Это корабль идет, такой же, как наш. Сейчас он будет мимо проходить. Тут один уже прошел мимо. Уф, едва добежал. Но у меня камеры с собой не было. А я смотрю, еще один идет. Надо снимать, надо снимать. Это наша последняя ночь на корабле. И вот такое вот неожиданное явление. Вот он, красавец. Видно, не видно? Наверное, видно. Что-нибудь да видно. Вот он идет. А тот что-то ближе немножко шел. Ну ничего, и этот помещается. Вот он. А он не идет, по-моему, он стоит. Нет, идет, идет. Там тут негде стоять. Вот так вот. Ночью. Время 11, что ли? Да, без 10:11 мы подходим. Утром. Последний пункт назначения. Final destination. Это какой город? Ванкувер. Вот. А тут даже видно, как телевизор, слушай, показывают большой на большом экране. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. И у нас такой же. Так. Вот сейчас первый проходил. Это тоже голландский Холланд Америка. Зюйдердам. А вот этот наш Зандам. Если вы помните. Вон, да. А, там. Да, телевизор какой-то большой. Вот он. О, огнями сверкает, ну красавец. Это я уже поворачиваюсь немножко. Diamond. Да, Diamond Princess. Ой, уехал. Это я пока разглядывал. Diamond Princess. Такая красивая лодка. Большая лодка, большая вода. Там что-то мигают даже нам. А может, и не нам, и мы отражаемся. Чудо. Ага. Diamond Princess, да. И пошел. И пошел. И пошел. Пока-пока, ребята, этот на Аляску пошел. А мы с Аляски уже вернулись. Ну все. А, здорово. Чао, бомбина, соли. Доброе утро. Вот так мы завтракали. И вдруг из-за вот этого мыска выступает город. И называется он Ванкувер. Это уже Канада. Три флага. Британский, американский и канадский. Наверное, это граница. Не знаю вообще-то. Ну вот он, Ванкувер. Красивый вид с моря. Тепло. Ну как, градусов 14-15, но ветра почти нету. Тепло, короче. О, там уже какой-то корабль стоит. Нас опередил.
такой же. Крупный, как наш. А это морской порт. Какой морской порт. Большой, конечно. Ну и так далее. И так далее. Из Италии. Не вижу, как этот кораблик называется, но не важно. Красиво все набежали снимать. Сегодня даже психодром пустой, никто с утра не ходит. Не знаю, что это за дома, я здесь первый раз. Честно говоря, как и вы, кто смотрит. Не, ну, может быть, кто-то и был. Ну, выглядит замечательно. Это даунтаун, центральная часть города. Симпатичненько так. Вот это характерный белый кита. Фигуевина. Не знаю, что это. Домой предпочитаю. Домой еще не скоро, мы еще потом в Сиэтл. Здесь 2 дня будем. Потом в Сиэтл, уже оттуда самолетом в Чикаго. Так получилось. Вот продолжается город, продолжается. 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 Зелено все. Конечно, да, тут везде зелено. Ну, хоть ландшафт немножко поменялся, а то сплошные горы. Там вот тоже какой-то что-то. Причальчик какой-то. Какой-то причальчик. И это тоже что-то непонятное какое-то. Посередине залива. У кого карта рядом, тот может посмотреть, как это все называется, залив. Ну, город Ванкувер, в этом я вам ручаюсь. На-на-на-на. Тут даже Макдональдс есть, в отличие от Кичикана, и где мы там были на Аляске. Из Кичикана говорили, что они в Анкоридж плавают в Уолмарт. О, это звучит. Где-то нет Уолмарта в Америке. Но здесь он есть, конечно. Да, это вообще-то Канада. Ну, все для первого знакомства. Наверное, закрываемся пока. Еще разок вид города. И ку-ку. Ну, вот мы немножечко прокатились вдоль берега. И так вот я снимаю чуть-чуть другой ракурс. Это по-прежнему даунтаун. Большой город. Надо сказать, это вот эти вот белые какие-то балдахоны. Я их уже где-то видел по телевизору. Это кораблик. Там город дальше продолжается. И дальше. Мы заворачиваем. И сейчас будем приставать или причаливать. Это Ванкувер, Канада, там написано, Канада. Опс. Еще немножко, еще чуть-чуть, последний бой. Вон трудно самое, вот тут еще какие-то, не знаю, что такое желтый, вряд ли золото. С этой стороны я просто сниму. Город, видите, немножко поднимается в горы. Нет, горы остались. Я думал, они куда-то делись, а они остались. Вот такой Ванкувер. Это уже наш кораблик. С правой стороны. Да, мы делаем боевой разворот. А, это мост вот еще. Который что-то соединяет. Ну, 2 части города, наверное. Это мыс, который мы огибали, под мостом прошли. Ну ладно. Опа.
Вот мы уже причалили. Я последний разок вышел на палубу, чтобы снять. Вот здесь интересно. Смотрите-ка. Это причал. А это самолеты у причала. Тоже как и на Аляске. Такие вот воздушные такси. Интересно. Ну и вот бухта. Еще разок такой беглый взгляд. Туман какой-то. Здесь горы, 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 горы. Вот эти. Высокий, черт. Заводь такая. Ванкуверская. Туман. Ну, я надеюсь, он рассеется. И все будет хорошо. Ладно. Наверное, можно сказать, до встречи в Ванкувере, уже в городе мы поснимаем сегодня немножечко.